В Анапе проходит 6-й международный турнир по боксу. Он посвящен памяти мастера спорта международного класса Николая Павлюкова. Участники более 120 мастеров кожаной перчатки от 18 до 19 лет из 13 стран мира. В составе сборной России в весе до 81 килограмма успешно выступает представитель школы бокса Дагестана, двукратный победитель первенства Европы Али Шабанов. В полуфинале наш спортсмен встретится с россиянином Линдрушем Акопяном. Добавлю, что выходец из селения Нечаевка Кизилюртовского района ранее победил боксеров из Киргизии и Украины.